Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sniper Elite 3, и мы, ребята, сейчас будем продолжать проходить эту игру. Что сейчас? Да, давайте послушаем. Доверие Гитлера, да мы же жив... А, нет. Гитлер же был вроде во второй части Sniper Elite. Это как фиг его знает. Ну понятно. Так, новый предмет. Есть какой-то новый предмет? Изменить. Новый пистик. Уэбли. Уэбли. Но нет его смысла брать, так как нам нужен какой-то глушитель, да? Так, тут у нас настройки винтовки. Есть что-то, что мы можем? Только ствол, да? Ну что, ребята, давайте сетка. Нет, нету. Ну давайте продолжаем. Давайте продолжим. Что нам сейчас вообще сделать нужно? Так, ну уже тут, уже немцы, уже куча немцев там есть. Давайте же сразу быстренько куда-то побежим. Призраки пустыни. Ну да, в принципе, так оно и есть. Оу, там чувак. В принципе, так и есть. Идешь себе, бум, и у тебя реально башки нету. Нет, да давайте их убивать не будем. Я просто не вижу смысла, так как нам нужно вообще в другую сторону бежать. Нафига мы там будем их всех убивать, поднимать тревогу, если мы просто-напросто можем сейчас... А почему такие звуки какие-то странные? Чё-то не слышатся выстрелы? Почему не слышатся выстрелы? Ну, в принципе, я понимаю, это глушитель, да, но... Мне кажется, или как чё-то выстрелы как-то залагали, или что? Хрен его знает. Да твою ж мать. Так, ну что, побежали мы дальше? Реально как-то хрен его знает, или мне кажется, или реально что-то выстрелили как-то забагали, фиг его знает. Так, этих нужно убить, чтобы пройти, мне кажется. Ну да чё ты? Тут наконец-то. Хотя ты еще жив, твою мать. Так, ну что, давайте дальше. Еще 100 метров приблизительно. Так. Этих чуваков я даже как-то не заметил, что они там. Не знаю, будем ли мы их убивать или просто-напросто пройдем. Реально, чё-то выстрелы как-то, мне кажется, уже слишком... Не то, что тихо, просто вообще как бы не существует звука выстрела пистолета. Я не знаю, почему, или мне действительно так кажется, что оно вот так залагало. Хрен его знает, ребята, честно. Ну да ладно, давайте мы дальше побежали. Вот как топает, нереально слышно. А как стреляет, вообще не слышно.
Не, ну, в принципе, в том смысле я понимаю, да, что это глушитель. Ну, раньше же вроде. О, да даже так-то и с глушителем намного было громче слышно, то, что когда ты ставишь, ну, в голову стреляешь, да, убиваешь, то очень даже громко было слышно. Даже какой-то такой звук, блин, типа, ты его убил, да? Я чуть не понял. Куда нам идти? А, вот, тут бункер какой-то, да? Да. Так. А куда нам? Ага, ну, ух, охренеть, и опять 100 метров назад? Нет, не назад, в другую немного сторону, но... Убили? Убили, но почему опыт не дался? Хрен его знает. Так, ну что? О, там что-то было или нет, показалось. Фу, а сейчас нам сюда. Я вообще правильно бежу, нет? Там, походу, опять какой-то сейчас бункер должен быть, куда мы должны залезть, по идее, но я что-то его ни хрена не вижу. Не этот? Нет. Или может вот сюда спуститься? Ух, твою мать, чуть не... Я как-то даже не видел, что там кто-то есть. Только потом увидел, когда он меня почти что спалил. Так. Там еще есть кто-то? Охренеть! Так такая задняя походка и идет такой. А, это записка, да? Да. Записочка. Еще что-то. Патрончики. Капут, у вас тут бункеры, ребята. А, это что такое? А, это мы не можем поднять. Фу, ну вроде тут больше даже никого нету. Хотя нет, там походу еще... Ух, твою ж... Сможем, да, сможем мы сюда пробраться. Да чё ты... Иногда просто в голову стреляешь. А, хотя да, у него уже каска есть, как бы шлем, да, может защищать просто-напросто. А куда нам? Нам сюда, но вот то, что... Да, нам сюда. Давайте вот так тихоненько обойдем. Вот так. И нам гранаты дали. Ну что, давай высовывайся. Да спалили. А, все, отлично. Ху, ну что тут? Взять разведанные данные или что там? Да вы капут, вы запарили, ребята. И... Есть тут какой-то выход отсюда. Освободите заключенных. Да ладно, освободим, что нам сложно. Отлично. И еще и других людей спасли. Я как-то даже не увидел. Вот так. Там уже танки наверху ездят, как я вижу. Оу. Запалили. Ух ты ж, чуть не убили даже. Там еще чуваки даже бегут, как я понял. Если бегут, то нет смысла скрываться. Ладно. Охренеть, походу вообще палиться нельзя. Потому что если спалимся, то капут. Так, главное тут опять не спалиться, потому что там... Давайте-ка мы вот сюда пробежим тихонечко. Главное реально не спалиться, потому что вот этот очень палит, как я заметил.
Да ты ж... Ху. А вот этот... Этот почти что спалил. Отлично. Все. Там еще вроде кто-то был, но давайте тут тихонечко пройдем, чтобы нас там не увидели. И сейчас нам опять наружу нужно. Это мы, чтобы не было видно. Просто так. И сейчас... О, там еще чуваки. Нужно их тоже... Ну, в принципе, тут вот этот, только вот этот глушитель, можно сказать, все решает, потому что без глушителя мы бы... Просто нереально, сколько раз мы бы, ребята, запалились. Так, как бы нам вот этих убить? Да. О! Ху! Парни вообще как-то даже не поняли, что там было. Кто-то у них стреляет, непонятно вообще кто. Да, давайте обыщем его. Нам патроны нужны. На пистолет. Нет, нифига нету. А, вот туда мы можем пойти, но... Там еще кто-то был. Он, походу, или в земле, или... Хрен его знает. Ладно, давайте не будем... Обнаружено тело. Ну, понятно, одно тело, там их вообще куча. Вот так. Не, да. Так. Ху, ну что, давайте потопаем туда, и я думаю, нам куда-то вот сюда, по идее. Главное, чтобы нас никто не увидел, только как... О, поди, мы как-то сможем вот тут подняться, да. В принципе, такие ступенечки, да, можно сказать. Так, услышан звук. Займите снайперскую позицию, ла-ла-ла. Охренеть, вы вообще блатные. Ну что-то я вообще не понял, что нам нужно делать. И сейчас, походу, этих всех убивать. Ух, это должно быть прикольно. Давайте посмотрим. А, прикольно, спину чуваку проломили. О, сразу нужно было так сделать. Охренеть. Вот так. Ам, запалили. Да твою же мать. О, ладно. Да сколько вас? Сколько вас там? Ах, я что мне нужно делать сейчас? Займите снайперскую позицию и прикройте диверсионную группу. Понятно? Капут, патроны уже по идее сейчас... Нет, патронов у нас еще... Патронов у нас еще нормально? Да сколько вас там прет-то, ребята? Охренеть. Чуваки вообще не догоняют. Кто их там убивает? Так, на тебе. На тебе. На тебе. Офигенно, ребят. Мы себе уже столько уровней... Не уровней, а просто опыта. Мы себе столько уже подняли, что это сдуреть можно. Только вот на этих, что мы сейчас их так валим. Все? Я надеюсь, больше никого? Диверсионная группа. По идее, я больше никого и не вижу, кто тут вообще может быть. Да.
Отлично. Основное задание выполнено. Нам бы патрончики. Что это? Тут патроны, но... Уничтожили всю немецкую технику. Ребят, вы что? А как я это в жопу уничтожу? Ух ты! Да ты... Охренеть, и как мы это все уничтожим? Вот. А там кто у нас по... Да кто-то охренеть вы... Ладно, давайте-ка мы... Нужно сменить позицию, потому что так мы нифига не сможем. Вот тебе... И там еще вот этого чувака бы нужно убить, но я не представляю, как мы уничтожим вот эту технику, если она сейчас еще... Ну я понимаю, что это взрывается. А, вот как! Оу, это еще откуда? Это еще откуда? Главное, чтобы нас еще сейчас не убили. Да твою ж мать, да вы что, прикалываетесь? Да откуда ты стреляешь-то? Я его не вижу даже, но я... Вот, что... Да... Твою ж... Охренеть, вы чё издеваетесь? Меня опять тут начали... Да я же уже там столько людей перебил. Охренеть. Кто этот вообще чекпоинт сделал, что нам нужно возвращаться, хрен его знает куда? Сдуреть можно просто-напросто. Давайте сейчас как-то побыстрее это все попробуем пройти, потому что если мы вот так будем проходить, то это просто-напросто реально сдуреть можно. Охренеть, и сейчас опять вот этих всех 100 с хреном человек нам перебивать нужно. А если потом нас опять кто-то запалит, сзади кто-то зайдет и убьет, ох, твою ж мать. Охренеть, ну чё, мы валим, валим, валим их, валим, валим, а они все бегут, бегут, да бегут. Зато у нас уже почти что 10 уровень, если мы вот так будем перебивать их каждый раз. Я надеюсь, больше никто не бежит. Или там еще кто-то есть. Я просто уже, если честно, никого не вижу. Да, все. Во, опять эти чудаки нас валят. Вот тут вот этот снайпер, который самое больше у нас попадает и самое больше жизни у нас снимает. Только, если честно, никак я не могу понять, где он. Нужно как-то выследить его, что ли, или хрен его знает, потому что... Да стреляй ты уже! Во, отлично. Так, давайте опять сюда заберемся. Опять этот зараза хотел нас обойти. Так, снайпер, ну чё ты там? Как бы нам в него попасть, потому что это действительно такое большое расстояние, можно сказать. Вот твою ж... Наконец-то, на тебе, зараза!
Вот этого мы уже хрен взорвем, нужно его было сразу взорвать, когда мы могли. А вот сейчас мы уже его никак не сможем взорвать. Вот тебе на, зараза. И как мы вот этих взорвем, я, если честно, не догоняю просто-напросто. Ну что, давайте вот так попробуем. Все. Да твой... От... Нет, ну пожалуйста, нет. Нет, пожалуйста, то только не туда. И... Да вы что, издеваетесь, что ли? Уничтожить новое побочное задание. А какое у нас главное? Охренеть, вы дебилы. Ну и дебилы. Я просто хренею. Кто это... Ребят, вы тут походу чекпоинт забыли поставить или что? Третий раз я уже сюда бегу и никак не могу пройти это место. Охренеть. Не то, что пройти, просто-напросто, когда меня убивают каким-то путем, да, когда меня там запалят, да, танки, выстрелят с одного удара, убьют с одной той хрени. И опять нужно вот туда возвращаться и убивать этих 100 человек заново. Да твою ж мать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какой у нас, ребят, мы уже себе не знаю, сколько уровней надыбали, но просто реально офигеть сколько. Потому что если мы вот так валим, и каждый раз нам за одного чувака дает столько опыта, то эту миссию можно проходить, пока ты максимальный уровень не добудешь. Наверное, это поэтому тут и забыли сделать. О, двойное убийство. Забыли сделать тут чекпоинт, чтобы люди вот так себе кучу уровней надыбали. Потому что, если честно, я уже запарился. Я уже третий раз этот участок прохожу и никак не могу убить. Ну, и опять тут сейчас этот снайпер придет. Нужно как-то отсюда свалить. И завалить этого снайпера, потому что я боюсь. У нас с одного удара почти что... С одного нет, здесь где-то с 3-4, но все же, то, что у него просто офигенный урон, вот он. Убили мы его, да? Убили, отлично. Да твою же... Охренеть, что-то вообще не попадаю вот сейчас, когда нужно. Да твою ж мать, я уже запарился этот участок проходить. Опять этот... И как нам вот это все взорвать сейчас? А, вот. На тебе, зараза. Я надеюсь, мы его взорвем, да? Да ты чё, прикалывайся? Охренеть, да таким темпом мы... Хрен что-то тут успеем кого-то убить или выжить. Куда нам вообще сейчас? Дайте минутку. Ну и чё, мы взорвали вот ту хрень и дальше. Да... Вот то самое странное, когда ты стреляешь, стреляешь, оно чуть ни хрена не стреляется. Удиви. Твою ж мать. Так, ребята, нашел я другой вариант, потому что я уже просто-напросто не прикалываю, как мне их убить. Вот только собрать вот эти хрени с трупов, которых мы...
Главное, чтобы он... Так, давайте попробуем. Хрен его знает. Я уже запарился, если честно. Хрен его знает, ребят. Что-то он никак не хочет... Охренеть. Хотя бы вот так. Так. О, там еще есть. Вот это реально офигенная штука. Вот так нужно их взрывать, потому что они просто нереально запарили. Ребят, я уже не знаю, сколько эту миссию прохожу, если честно. Но очень до хрена, потому что каждый раз, когда они меня вот так убивают, это сдуреть можно. Где наш третий танк? Охренеть, и как нам туда добраться, чтобы нас не запалили? Главное, чтобы этот сейчас нас не убил. Если он нас убьет, я сдурею. Фу. Уничтожьте штабель бомб. А как я это сделаю? Что нам нужно сделать? Ага. Ага. Ага, сейчас понятно. Офигеть. Фу, ну давайте еще вот сейчас этого третьего добьем, да и все, потому что я уже так запарился, ребят, вы себе честно, не представляете даже. Убейте всех радистов на диспетчерской вышке. Я бы имел, конечно, желание, но боюсь, что они меня быстрее убьют, чем я их. Хотя, вот там просто тот танк, если мы запалимся хотя бы один раз, нам попа, потому что он... Ху, хотя бы вот так. Давайте сразу же этого убьем, если у нас получится. А, нет, там еще вот этот один. Вот, это другое дело. И вот. На тебе. Сменить позицию. Пожалуйста, не пали нас. Вот. Вот это вообще офигенно. Я бы, конечно, их всех поубивал, да ну нафиг. Я просто уже запарился нереально, ребята, с этой миссией. Давайте мы сюда свалим, короче, отсюда нафиг, да и все. Потому что это сдуреть можно. Этот waypoint или что это? На воздух. Чтобы просто запалили, что на, зараза, мы уже раздолбали, ну, в смысле, уничтожили ваши танки, да. Фу, ну давайте тогда туда хотя бы доберемся, потому что сдуреть может. Честное слово, ребята, 3 раза я прохожу эту уже миссию, не миссию, а вот эту часть, когда просто-напросто... Там вроде люди были, которых можно освободить или нет, или что. Доберитесь до зоны эвакуации. Все? Эта миссия все закончилась, нет? Твою мать, ребята. Нет, твою мать, ребята, но просто эта миссия. Ребят, за эту миссию мы вроде себе... У нас был 8-й уровень. Давайте посмотрим. 8-й, 9-й, да? Вот за только... Только за тот участок, только за ту часть, где мы убивали приблизительно хрен его знает сколько людей. Давайте, какой уровень? 11-й. Мы 3 уровня себе надыбали, убили 74 человека. Охренеть. Ладно, ребята, в принципе, давайте на этом закончим эту миссию. Это сдуреть может, самая такая миссия, которая... Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.